You have 10 minutes maximum. Sometimes commanders can be too strict. Will there be another chute packing violation, guys? Do you want to live? Yes, sir. Or too perceptive. Right now, I see that you don't. You'll be fired sooner than you want. Because even the strictest commander was once a raw recruit himself. There's no room for errors or anything. It's people and an expensive submarine. Forget your civilian life. You're in the Navy now. We swear. You'll want your mother. But instead of parents, now you've got a commanding officer. Laying in 224. Your new home's on the water and has firepower. Fire! Alert, torpedo attack. But you'll soon get used to it and say, Mom, I'm a sailor. One day you'll look back on your service with the Baltic Fleet as the best time of your life. We're ready for battle. After his talk with the captain, Junior Lieutenant Karakash decided to redeem himself. So his sailors won't be playing any guitars this evening. He's ordered them to paint the helicopter hangar. Что, как у вас процесс идет? Да, блин, вообще печально все. В смысле, а что печально? Да до хрена же красить, блин, уже поздно, спать хочется. Так, это вы, получается, вы сделали пока что половину, да, только? Ну вот, да, докуда дошли. А, ну и вам еще половину. Частенько командир делал мне нагоняя по поводу вертолетного ангара, по поводу того, что палуба там грязна и не крашена. Но вот в этот промежуток времени у нас же состоялся с ним разговор по душам, и я решил ответить ему добром на добро. И решил за ночь этот ангар сделать, ну, то есть покрасить всю палубу. Я, короче, тогда тоже возьму. Вместе с вами спать не буду. Будем тогда до утра делать, чтобы командир не ругался. До утра еще успеть бы. А? Еще успеть бы до утра. Ну, ничего страшного, говорю. Хотя бы еще плюс со мной успейте. Ну, конечно, понятное дело, что бойцов надо подбодрить и сказать, что все, мы успеем. Логично. Вот, но, конечно, исход этой операции, он еще неизвестен. Припахали, что ли? А то, конечно. Пишунки, здрыки, елки-палки, сказали, давай работай с нами, дядя. Вы повытаскивали сначала все, а потом красили. Что переставлять с места на место? И замели бы сначала нормально. Сейчас развозюкайтесь. Че там, хотя бы с места-то двигайтесь, а то что-то все в одном и том же мажете, блин, и все. Давайте, пацаны, нам надо успеть. Точно. Че, почему до утра должны убираться? До утра. Красить. Ну... Чисто тактическая идея. Представь, вот сейчас мы негодяи в глазах командира. А тут бац поставил нам задачу сделать вот этот ангар. С утра бац приходит, а у нас уже все сделано. Знаешь, представь, мы отработали быстро, четко, красиво. Это вот что любому бы начальнику понравилось. Так, короче, положили все и выйдем наружу. Немного продышимся. Чтоб сейчас, по сути, мультики не начали смотреть. Через 3 минуты зайдем обратно, дальше продолжим. Тоже, пожалуй, пойду. Ну, вахту собираю. Погода испортилась. Today is the coldest day of the whole voyage. Утверждаемся, как можно. Товарищ командир, решите тоже второе правило рассказать. Готов? Готов тоже? Да. Ну, давай. Правило номер 2 – ответственность. Ничто у нас в этих правилах не может освободить ответственности ни судна, ни его владельца, ни капитана, ни экипаж. При толковании и применении этих правил надлежит... Следует обращать должное внимание на всякого рода опасности столкновения, опасности плавания и другие особенности. Хорошо. Тройка. Перед заступлением еще раз расскажешь. Что-то путаешься, все. Все же как там написано. Хорошо, ладно. Я обращаю внимание по поводу приема зачетов у смен. Развод не заканчивать. Покажи, первый развод предупредительный, второй развод не заканчивать до тех пор, пока все не расскажут. Ну, пока все стараются, пытаются. Стараются, это хорошо.
Нам надо подтягивать наши знания. Год идет к концу. Мы должны быть профессиональными своего дела. Стараются, учатся. Хорошо. Ладно, давай. Центральный подвал 7 от места идти, второй боевой смене приготовиться к ужину бочковым на кристаллы. Товарищ фахтерцер, новость тупиши рулевой, курс держит верно. Прошу решение отойти от руля. Добро. Отходи. Есть. Погода резко испортилась. Дождик. Ветер потихоньку поднимается, но давление падает. Значит, ночью будет ветрено. Поэтому он достал, блин, теплые вещички. Потому что, как это, 4 часа стоять. В легких штанишках это дело такое. Неблагодарное, я бы сказал. Поэтому цепляемся как можем. Вахтенный офицер — это такой невероятный человек, как это, переводя на гражданскую там, специальность, знаешь, как это, топ-менеджер, наверное. Поднялся наверх, начинаешь управлять там, всей вахтой, там, всеми там, выполнением мероприятий по распорядку дня, обеспечение навигационной безопасности плавания, там, использование технических средств для управления подводной лодкой. Но, грубо говоря, что командир, он через вахтенного офицера доводит там свою волю для всех остальных. То есть ты сидишь там, вот там, корабль должен прийти в такую точку, и ты сидишь, контролируешь, чтобы он, там, работу штурмана, работу боевого информационного поста, чтобы у тебя корабль шел по назначенному маршруту, там, никуда не отклонялся, расходился с целями. Это верхняя вахта дело, серьезно. Прошу решение подняться на мостик, поднять флаг. After surfacing, a submarine must immediately hoist the naval ensign. It's morning in Baltiisk. Almost time for a wake-up call. Junior Lieutenant Karakash had planned to finish the job by morning. Юр, что спишь? Товарищ командир, товарищ командир, не ходите, не ходите. Покрашено. Что есть покрашено? Ну, вы тогда задачу ставили. Вон, палубу здесь покрасить. Я неделю давал на нее. Командиру по части 3 была поставлена задача привести свое заведование в порядок своими подчиненными. Подошли к делу ответственно и все-таки выполнили задачу. Теперь у него заведование, можно зайти и там приятно находиться. Ну вот просто решил, бойцов взял, вот, решили побыстрее покрасить, чтобы как бы больше времени было на другие дела. В общем, направление правильно, продолжай в том же духе. Доделаю здесь все до конца. Понял, все сделаем. Успехи есть, поэтому пока молодец. Есть и справиться, товарищ командир. Такими темпами в скором времени он будет все-таки на уровне всех остальных и не будет в отстающих. Today the Marines will learn to drive an armored vehicle, and they have a week to prepare. They all have driving licenses, but APCs aren't like cars with automatic transmission. It takes practice. Before the first ride, Alexei and the others conduct a mandatory vehicle inspection. Гвардии матрос Михеев. Я. Проверить уровень топлива. Гвардии матрос Емельянов. Я. Проверить уровень масла двигателя, гидравлического масла. Гвардии матрос Борисенков. Я. Проверить охлаждающую жидкость. Есть. Экипаж, к контрольному осмотру приступить. Есть. Есть. Кругом. Шагом марш. Уровень топлива 130 литров. Есть. Уровень гидравлического масла в норме. Есть. Осмотр закончен. Есть. БП. Во. Шагем марш. For some, it's a normal day at work. But for Junior Lieutenant Karakash, it feels like a holiday. The captain praised him for the first time ever.
At home in the Far East, he'd have gone to his favorite Japanese restaurant to celebrate. But as he's on duty, he's ordered sushi instead. Ah, четко вообще. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю, еда, елки. Я вот так вот сижу у себя в каюте спокойно, кушаю их. Вот я сразу же вспоминаю Владивосток, в котором я провел все-таки 5 лет обучения. Вот вспоминаю всех своих товарищей, с которыми гулял, также отдыхал и все тому подобное. Здесь только на корабле, вот нормально у меня есть своя каютка спокойная. Есть свои товарищи, которым, ну, конечно, всегда можно поделиться. Ну, здорово. Ты что тут сидишь один, поедаешь? О, ты на вал, смотри. Давай, присаживайся. Я просто так не закупаю. Я чисто беру уже конкретно, чтобы прям до пуза нажраться. Просто чтобы потом валяться, вот так вот закончить здесь. Потом, ну, может, еще, и больше не с места, да? Да, потом, да, старпом зовет. И где план? А я просто не могу. Ладно, не буду тебе мешать. Ну, доедай. Ладно, Лешка. Давай. Спасибо. Опа. Вот такие моменты действительно помогают мне как-то держаться, вспоминая о родителях, о родине о далекой и вообще обо всем хорошем, что было в юности институтской. По местам. With the inspection out of the way, Alexei begins his first APC driving lesson. Like all rookies, he's accompanied by an instructor for his first ride. Рычаг переключения раздаточной коробки. Свет. Включай. Дополнительную фару. Вперед. Третью передачу. Отставить. Стой. Ты уже остановился. Вторая передача. Скорость набирай. Набирай скорость. Тормози. Потихоньку тормози. Достаточно. Еще раз напоминаю. Включаешь передачу. Даешь звуковой сигнал, начинаешь трогаться и снимаешься с ручного тормоза. Слушай, чуть сцепление отпускать придется. Начинаешь, да? Трогаться и одновременно снимаешь с ручного, с ручника. Запомнил? Да. Поехали. Когда я первый раз сел за машину, за руль БТР, было страшно ехать, потому что, ну, коробка передач другая, 8 колес, как бы, ну, страшно было ехать. Снимай с ручника, трогай, газу, 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 стой! Вот, пошел! Обходи столбы! Влево, влево, влево руль! The first armored vehicle experience was full on. There was off-roading, potholes and dirt. Real extreme driving. Тормози! Тормози! Нейтрально! Власть. Соответственно, следующие препятствия. Противотанковые ежи стоят. Так вот точно. Ты проходишь между ними. Так у точно. Тебя там идет ров. Ты его преодолеваешь. Так точно. Медленно, аккуратно, чтобы не бить редуктора. И увидишь черно-белые столбы. Так точно. Вот, ты их проходишь змейкой. Понятно, да? Так точно. Поехали. Машину выравнивай ровно. Идем. Any off-road enthusiast would love to try out obstacles like that. Переключайся на вторую. Быстрее. Влево, влево, влево. Прямо. Левее, левее. Тормози. Власть.
Подними голову. Выше. Чтобы увидеть препятствие, ну подомись. Соответственно, препятствие номер 5. Выравниваешь машину и ровно заходишь на макет колейного моста. Так точно. А перед препятствием не останавливаться тут нигде? Нет. Поехали. Левее, левее, чуть-чуть. Вот. Также машину в третий проход. The cross-country race is over. Стой! Стой! Now they'll hear all about their mistakes. Участок заграждения и маневрирования, да? Так точно. Слишком сильно ударил машину. Так точно. Было? Было. Было. Далее. Еще недостаток. Скорость движения. Необходима максимальная, которую ты не должен выжать из машины. Но при этом не повредив ее. Так точно. Вопросы? Никак нет. Машине. На следующее учебное место. Бегом. Марш. По местам ставить узкость, проходить источники питания, не переключать. The Magnitogorsk makes for the mouth of the Kaliningrad Sea Canal. Ложимся на 110. Не надо ничего начать там зырить. This navigable canal was built in 1901, and at just 50 to 80 meters wide, it's very narrow. There's an 8-knot speed limit, and in some places, it's too narrow for vessels to pass each other. That's why this 43-kilometer stretch calls for total concentration and plenty of experience. Смотри внимательно, слышишь? Потому что момент важный. Мы должны стараться все предусмотреть и избежать ошибок. Босс, 122,5. Есть! С закрытым глазом смотришь, что ли, на ствол, а? Что далеко? Не видно. Я без бинокля вижу, что мы уходим в сторону. Entering the canal, ships must be wary of the strong wind and current. Отойди, что тебе там далеко? Центральный курс 124 для выхода на рекомендованный. Что у тебя тут видно, что ты гонишь? Не всегда идеальные условия. Иногда бывает ветер, иногда бывает течение на вход в гавань, на выход из гавани течение. Это тоже надо учитывать. Ты будешь свои обязанности выполнять? Ты будешь смотреть? Сейчас самый момент. Мы вышли на створ, надо смотреть, куда нас начнет тащить. Курс держишь 320 градусов, к примеру, а тебя ветром сносит. И если ты держишь 320, то истинный курс у тебя, истинный путевой угол, так называемый, он 325. Тебе нужно задать курс рулевому 316 градусов. Тогда ты будешь идти. У тебя лодка будет под углом, но она будет идти по заданному путевому углу. Боцман, ты смотри внимательно. Сейчас нас опять вильнет перед этим, перед молом. Идет потихоньку? Идет. Медленно? Медленно. Даже если взять идеальные условия, когда нет ни ветра, ни течения, и то сложно войти, сложно рассчитать этот маневр, удержать корабль на нужном курсе. Мотор назад самый малый. Пятый мотор назад самый малый. Швартовщики на корпус! Швартовый с правого борта изготовить! Только визуально левее створа. И шестой с пятой. Пятый мотор вперед самый малый. Слева 15. 201, 401, я 448, произвожу инструктаж по мерам безопасности, конструктивным особенностям подводной лодки при подходе к причалу, постановке на швартовый. Обращаю внимание, в конце, в корме, посреди воды, на удалении 15 метров, находится винторулевая группа, соблюдать осторожно. Инструктаж закончен. Мне нужно было очень сильно в церковь, так как у меня сломалась ушко у крестика. Так как я человек верующий, как такое, что крестик не рядом со мной, это на самом деле очень плохо. Вот в воскресенье повели в церковь.
The town of Baltiisk is home to Russia's westernmost Orthodox church. Marines are only able to attend services around once a month. Many wish they could go more often, but their schedules are very tight. Когда мы были на службе, то я почувствовал какое-то умиротворение, какую-то свободу чувствуешь. Каждое воскресенье в наш храм, самый западный храм России, в честь святого Александра Невского названный, приходят бойцы. Они приходят в храм, они пишут записки, поминальные своих родителей, девушек своих указывают, молятся за них. Кто-то приходит, исповедуется. После службы я очень хотел встретиться с батюшкой, чтобы попросить у него крестик. Вот и крестики. Так, снимай головной убор. У тебя нет, да, крестика? Есть. А кому ты хотел взять? Себе. Себе? Да. Еще нет? Он мне просто сломался. Понятно. Тебе я с собой даю, хорошо? Ты его сам потом поменяешь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Держи. Спасибо. А я хотел попросить у вас для товарища. Хорошо, держи. Вот, просто. У кого нет крестика? Да. Тебе нету, да, его? Давай, я тебе его одену. За эту крестик многие, как говорится, и головой платили, но не сдавались и держались себе в руках. Потом возьмешь и подрежешь, хорошо? Ладно? Это было довольно очень так внезапно и приятно как-то, я не знаю. Душа так освободилась от того, что все-таки крестик, который ты долго ждал, будет находиться рядом с тобой. Тянет вправо, хоть ты тресни, непонятно почему. Вот он, ветер очень плохой, слышишь? Есть. Боцман, течение 1,2 узла на выход. Понял? Есть, есть. Вода ходит как хочет. На входе в Калининградский канал морской, у него там перед малами есть большое течение. Если боцман держит рукоятку прямо, да, то за счет этого течения, вот мы заходили, на 15 градусов нос подводной лодки увело влево. На ромбе! 44! Есть. Держи 44-45, дальше влево не есть. Ходи. Под килем 3. Потащила, да, лагом? Значит. Лодка медленно влево, подводная лодка вертикального руля не слушается. Что? Вертикального руля не слушается. Понял. А 15 градусов влево, это уже практически в бетон едем. Ну, тогда тоже испытали какое-то там неприятное ощущение, холодок на коже. Боцман, давай 44 попробуй. Есть. Рулево на борту. Есть. Ну, боцман молодец, он справился. Он, во-первых, моментально сам отработал. Мне доложил моментально об этом. Я это тоже увидел. На ромбе 217. Просто-напросто был бы менее другой, менее опытный боцман, да? Это беды можно было не избежать. 201, отойди, пожалуйста. Сейчас буду я прижиматься, чтобы мне не мешать. Понятие обыкновенного человека, что это машину, да, припарковался, ты должен чувствовать все ее габариты своего автомобиля. Нажал на тормоз, он остановился. Мотор назад, самый малый толчок. А чтобы было понятно всем, это ты стоишь на доме, на пятиэтажном, он у тебя в длину в два подъезда и в ширину, как подъезд один. И высотой он тоже там, получается, 14 метров. Не разгоняй, смотри, минер. Левый назад. Шестой левый назад. Это вот ты стоишь на этом доме, и дом едет. Это масса очень большая, и ее нельзя остановить одномоментно. Сказать «стоп», как машину, и остановил. Или дал ход вперед, и она поехала моментально. Карман! Тоже не разгоняйте! Сейчас касание будет, потом прижимать будете. Работает левый назад, правый застопорен. Есть. Оба вперед. Сам Михайлович, слабины на задний чуть-чуть.
Носу в корме выбрать, завернуть! Заворачивай, заворачивай. The Magnitogorsk's mission for the day is accomplished. She's back in port. Only the duty officers will be aboard for the night. All the others can at last go home to their families.